Это утро для Эльвины Юнусовой и ее друзей началось в парке имени Гагарина. День студента они решили отметить весело и шумно. Стартовали с приключенческого квеста «Татьянин день». Об этом мероприятии мы узнали из университета. Посовещались, решили собрать команду, будем бороться за победу. Бороться за победу будут еще 59 команд. На квест зарегистрировалось почти 300 человек. Возраст участников от 18 до 35 лет. Наша команда называется «Фурфур». У нас даже есть некий логотип наш. Мы очень рады здесь быть, потому что, во-первых, мы испытаем себя, во-вторых, развлечемся, придем хорошо время. 17 площадок с разными испытаниями. Чтобы победить, ребятам нужно не только уложиться в рекордное время, а и проявить смекалку, ловкость и здоровый аппетит. На этой точке ребят ждет испытание со вкусом. Каждой команде вручают кокос и по половинке лимона и апельсина. Здание с подвохом. Цитрусовый нужно съесть вместе с кожурой, а кокос разбить, чтобы достать подсказку. Она находится внутри ореха. Здесь реальная жизнь переплетается с виртуальной. Руководство к действию участники получают на сайте. Чтобы перейти на новый уровень, нужно найти кодовое слово и ввести его в электронное окно. То, что внутри конверта, вам покажется бесполезным, но не спешите делать выводы. Обратитесь к старцу со словами «Просветите нас, старец», и протяните содержимое конверта. Простите, все вместе, да? Просветите нас, старец! Чтобы организовать пешеходный квест такого масштаба, сценарий опытные игроки и волонтеры писали несколько недель. Все задания исходили из того, что это должно быть легко, весело, забавно, быстро, динамично. Здесь не важен возраст, не важна физподготовка, то есть просто смекалка, слаженность команды, и это приведет к победе. Цель игры – создать для студентов праздник и показать, что такие состязания могут быть не только веселыми, еще и полезными для здоровья. Это наше первое мероприятие, с которого мы начинаем свою работу. И дальше очень насыщенный график. Мы будем, надеюсь, регулярно проводить подобные мероприятия и соберем еще больше людей. За каждое выполненное задание на сайте командам начисляют баллы. Лучших определит электронная система подсчета. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.